Добрый вечер, Славутич. Итак, долгожданные итоги, о чем мы говорили вам с утра, о том, что мы сможем вам до 8:30, ну, 9 часов сообщить результаты итогов голосования. Предварительные, и пока мы только сообщаем, какое число славутичан пришло на выборы. 8407 человек пришло на выборы, что является 47,07%. К сожалению, ну, как, в общем-то, и предполагалось, что не будет такого большого или высокого процента голосования, как на президентских. Напомню, там мы приходили на выборы более 11 тысяч человек, там у нас был процент 65 и 61,9. Понятное дело, лето, дачи, охота, рыбалка, все это отвлекало славутичан. И тем не менее, 47,07, еще раз напоминаю, 8407 человек пришли на выборы. Буквально в последний момент мы решили провести конкурс, и у нас есть победитель. Бузова Вера предположила, что славутичан, которые придут на выборы, будет 47%. Видите, она ошиблась на 0,07. Бузова Вера вас ждет бутылка шампанского, мы ее обязательно вручим вам непосредственно на День независимости, перед тем, как выйдем уже в эфир. Ну и кроме того, наверное, стоит отметить Александра Купнова, который сказал, что славутичан будет 44%, но он об этом заявил еще 6 часов назад. То есть у него как бы процентовка, конечно, меньше с точностью попадания, но зато это было раньше по времени. Ну и для тех, кто ждет результатов голосования по Славутичу, я думаю, что не ранее 4 часов утра, но тем не менее, я надеюсь, мы получим эту информацию, и перед тем, как вы пойдете на работу, загляните к нам на Facebook, и вы там увидите результаты, как проголосовали славутичане, ну, по партийной системе. Я думаю, что мажоритарная выборная система, она задержится, и в лучшем случае к понедельнику к 14 часам мы будем иметь это. Результат. Точнее, по Славутичу мы будем иметь раньше, а вообще по мажоритарному округу, вы знаете, у нас там очень много городов, этот результат окончательно будет позже. Итак, экзит-пулы, которые, если вы не видели и не слышали их по национальным каналам и в интернете, я еще раз напомню, так вот, результаты экзит-пулов дали о том, дали такие результаты. «Слуга народа» 44,4%, «За життя» 12,5%, «Европейская солидарность» 8,5%, «Батьковщина» 7,7% и «Голос» 6%. Вот относительно голоса, ну, как бы надо поступать осторожнее, потому что 1,1% есть так называемая ошибка экзит-пола. Она может быть, а может и не быть. Поэтому на всякий случай точно так же находится партия «Сила и честь», у нее 4,4%, она тоже может чуть-чуть не дотянуть до 5%. Поэтому «Голос», «Сила и честь», они могут попасть или не попасть в парламент. Это покажут окончательные результаты голосования, ну, а их мы узнаем, наверное, даже в течение следующей недели. Там все возможно, потому что есть на некоторых округах, ну, достаточно серьезные нарушения. Вот и все, что мы хотели вам сообщить на этот момент. Я надеюсь, что в районе 4 или 5 утра мы уже получим информацию о том, как пошел подсчет голосов в Славутиче по всем направлениям, и по партии, и по мажоритарщикам. И мы вам обязательно сообщим. Так что перед тем, как идти на работу, включите компьютер, найдите страничку нашего Фейсбука и увидите результаты, как проголосовал Славутич. На этом все. До свидания. До новых встреч. Точнее, до встречи утром, но уже в понедельник.